Мы сейчас уже давно проснулись, позавтракали, и сейчас пойдем получать мой паспорт. Как раз он уже готов с новой фамилией. Поедем сейчас в МФЦ. Погода такая клевая, и люди ходят хоть и в куртках там уже у нас. Но я, если честно, нацелена на летний еще вариант. Я еще пойду в летнем платье и в джинсовке. Потому что я кайфую от такой погоды. Не понимаю, почему люди так сильно кутаются. 20 с лишним градусов. Погода вообще самая классная. Да, 21, да еще и такое яркое солнце. И, в общем, мы с Игорем решили пока не утепляться. И пойти еще пока в таком летнем варианте. Я даже пойду без колготок. Смотрю, все в колготках, в платьях, в польтах. Ужас. Мы зашли с Игорем в Магнит, который у нас поблизости, посмотреть, что тут, как тут. Тут, короче, есть роллы рядышком прям с домом. И мы, короче, хотим попрыгунчик сейчас купить. Разлюка. А если сейчас не попрыгунчик вылезу? Глаз какой-то. Фу, как мерзко. Скусили. Кошмар, мерзко. Ну, он прыгает. Так много листьев под ногами. Осень. Красивый листик. Сегодня такая клевая погода, так солнечно. Даже, знаете, какое-то очень яркое солнце. И я, как всегда, жалею, что не взяла очки. Это вообще досадно. Смотрите, какие в Магните классные мишки. Наверное, уже к Новому году что-то наподобие. Есть такое вот, есть собачки. Стоит 300 рублей. А, собрав наклейки. Прикольно. Кстати, вот такие вот бокалы в Магните клевые продают. Очень хочу купить, может, получится к Новому году. Вот они вот такие клевые идут. Вот такие красивые прям. Очень классно смотрится. По поводу паспорта, мы зря съездили, он еще не готов, хотя должен был готов 19-го. Мы что-то не подумали даже позвонить. Ну, в общем, теперь будем звонить, может быть, в понедельник заберем. Ну, так вот. У нас прям очень тепло сегодня. Вот такой вот у нас вид с балкона. Дома, дома, дома. Там, кстати, остановку видно чуть-чуть, на которой можно уехать. Вот здесь получается вот этот вот Магнит, там аптека, всякие магазинчики, тут же овощи есть. Короче, в принципе, так все рядом. Ну, такой вот вид, пятый этаж, ну, тут белье уже сушится. Вот, сегодня такое у нас прям ясное небо. Такой вот дворик. Мусорка рядом. А вот там у нас, кстати, тут идешь, там семейный магнит большой. Ну, в принципе, все очень рядом. Разлику нравится, вроде здесь, и он иногда выходит подышать на балкон, но мы боимся, чтобы, не дай бог, не выпрыгнул.
кстати, мы поедем в Хофф, потому что у нас диван тут, грубо говоря, очень хиленький, вот он у нас стоит. На нем спать, во-первых, неудобно, во-вторых, мы боимся его, ну, грубо говоря, сломать, потому что мы много вместе весим, и поэтому мы хотим посмотреть матрас. Может быть, пока купим матрас, будем спать на матрасе, потом купим уже саму кровать. Хотим съездить, посмотреть. Ко мне вроде еще хочет бабушка приехать, и поэтому спать как бы на этом диване втроем, это очень неудобно, поэтому мы решили как-то об этом позаботиться заранее. Вот сейчас поедем в Хофф, у нас тут рядом торговый центр Красная площадь, и мы вот поедем в Хофф, посмотрим, что там продают за матрасы, посмотрим, может быть, купим. Все, мы собрались, выходим. Я, кстати, сегодня рассекаю со своими значочками Рыслюк и Марсюк, они всегда будут в моем сердце и моей памяти. А мы идем. Мы идем, идем в такси. Едем сейчас. Подержи мою сумку пока. Пока я снимаю. Как уже вам говорила, едем на матрас. Нам недолго ехать. Короче. Штанцфлянт ехать. Так тепло прям. Ресли сидит на окошке, греется. У нас пятый этаж, нам так долго спускаться и подниматься, ужас. Смотрите, они такие высокие. Да что нормально? Смотрите. О, высокие прям. Да нет, все равно. Я вообще без колготок, в платьишке, в джинсовке. Так много новостроек. Мы приехали в Хофф, классный магазин, мы здесь уже были. И мы решили пока не идти к матрасам, полазить, посмотреть, что нам так еще надо из кухонных приборов. Нам нужны ложки, у нас вообще нет ложек. Нашел? Я не вижу ложки. Я выбираю себе. А, то есть я тебя ей буду бить? Ну, да. А, нет, вот такую выбери. Когда немножко провинился. Смотрите, какая милая сковородочка. Так жаришь, да, вот яишенку или там, не знаю, блинчики какие-то в форме сердца. Класс. Нам надо кастрюлю купить. Где? А, ну, кстати, да, ничего такая. Ну, я такие люблю. И, в принципе, хорошо они имеют. У нас крышка продается. Ну, да. Да, с крышкой написано. Ну, как вариант, да, хороший такой. Ну не, ну тут есть дешевая. Вот смотри, 10 000. Набор посуды. 6 набор. Ой, я так мечтаю. Девчонки меня, наверное, поймут. Я так мечтаю такой сковороде. Думаю, скоро куплю. Жарить на ней стейки хочу. Да вообще что-то поджарить, шаурму. Игорь говорит, нашел себе бокал под пиво. Он гигантский. Мы купили плед. Такой, смотрите, мягкий. Такой прям мягкий-мягкий. Такого красивого цвета. И еще мы купили себе матрас. Очень клевый, большой, мягкий. Будем теперь спать на мягком. Это же у них, кстати, все под Новый год. Смотри, какие мишки, как в этом. Как в этом, да? А, в Кока-Коле, да? Такие мишки. Сколько всего? Что-то же глаза разбегаются. Смотри, сколько там всего новогоднего. Мы уже пришли в Магнит и купили там все, что нам нужно для дома. Совок, веник, швабру. Тут у нас такая корзинка получилась смешная. Одеяло там купили. Ну все, пойдем. Мы приехали. Хочу съесть вот такой ванильный сладкий плавленый сырочек. Думаю, будет вкусненький. Такая баночка красивая, маленькая такая. Мы не успели заехать. И уже делаем перестановку, решили, что так будет уютней. Здесь у нас привезут матрас, сейчас пока будем на одеяле спать эти дни. Диван, короче, вообще лучше на нем не спать, он очень хрупкий. Он будет стоять здесь, и здесь можно будет сидеть, смотреть там какие-то фильмы, сериалы. Вот. Если к ног не сидит. Вот. Убираемся. Все за я. Игорь помыл полы, почему-то Рытлик валяется, нюхает их.
И прям так это крутится. Нравится. Валяется так. Ему нравится, наверное, как ты помылся. Зэ. Вот смотри сейчас. Дэша, что ты валяешься? Дэш, что валяешься? Вот наши сегодняшние покупочки хочу вам показать. Купила себе вот такие три стакана со звездочками. Как-то по-новогоднему, что ли. Мне они прям очень понравились. Прикольные. Еще мы купили кастрюлю. У нас вообще нет кастрюли. Мы переехали сюда без посуды, без всего, если помните. Изначально, в смысле. А потом... Игорёш, да я к тебе сейчас приду. Закрывай дверь. Мы изначально вообще в Краснодар переехали без всего, в принципе, без посуды. У нас на квартире была хозяев, поэтому мы особо немного всего покупали. И вот сейчас у нас теперь кастрюль. Мы же съехали и вот такую кастрюлю купили. Вот сейчас вам покажу. Открыла. Ой, она так туго вытаскивается. Давайте, ребят, я вытащу и вам покажу. Купили одну. Такая вот она средненькая. Такая блестящая. Ну, у меня у мамы такие кастрюли. Мне она очень нравится. Удобно и картошку пюре делать. Не подгорает. Да и вообще как бы качество хорошее. Будем теперь готовить. Вам рассказала, как мы обустраиваем свою новую квартиру. И сейчас я буду готовить кушать. Будем готовить на ужин сегодня картошку целую. Просто сварим. Игорь будет с горчичным маслом. И мы купили рыбу. Мы купили там скумбрию. Да, Игорь купил скумбрию. И я купила это, мойву. Очень люблю мойву копченую. Будем кушать сегодня. Мы покушали. Кушали рыбку, картошку. Прям наелись рыбы. Было все очень вкусно. Мы сейчас смотрим фильм «Джон Уик», вторую часть. Вот, я тут шуршу конфетками. Вот, сейчас посмотрим. Да и, наверное, спать будем собираться. Надо косметику еще смыть. Так что, вот такие вот у нас дела. Я постоянно говорю эту фразу, и меня это бесит.